Побудьте шеф-поваром на своей кухне и удивите всю семью прекрасным завтраком – рагу из красного риса и стручковой фасоли. Для этого нам понадобится 50 граммов сметаны, 100 граммов стручковой фасоли, 50 граммов красного риса, стебель сельдерея, томаты черри, красный лук и укроп. Первым делом заливаем красный рис водой, подсаливаем, доводим до кипения и варим на слабом огне до готовности. Пока рис варится, измельчаем стебель сельдерея, укроп. Томаты черри разрезаем пополам и мелко нарезаем красный лук. На разогретую сковороду добавляем оливковое масло, слегка обжариваем красный лук, добавляем к нему сельдерей и стручковую фасоль. Обжариваем до готовности, добавляем 50 мл сметаны и тушим под крышкой еще 5 минут. Добавляем томаты черри и тушим еще пару минут. Готовый красный рис подаем к столу. Сверху выкладываем рагу из стручковой фасоли, посыпаем наше блюдо укропом и можем приступать к прекрасному завтраку. Питайтесь полезно, а главное вкусно. Приятного аппетита!